Изначальная идея невозможная была. Людей слишком много, и просто найти здесь место для того, чтобы сделать рисунок под салют, просто невозможно. Всем привет! Вы на канале Lovepenty Crush. И я, подобно тысячам других леммингов, решил припереться на день открытия фестиваля «Круг света», который будет проходить в Москве с 23 по 27 сентября 2017 года. Мы сейчас пытались пройти в КПП номер 1, но у нас не получилось. Они развернули порядка 1000 человек на параллельной улице. И сейчас, за последние 20 минут, перед финальным фейерверком в день открытия, мы попытаемся пройти. Да, видимо, изначально была бестолковая идея припереться в день открытия. Я еще наивный думал перед светом с салютами на фоне, но там просто нереально было пройти и даже просто стоять, не то чтобы разложить штатив и махать фонариками хотя бы 2 метрах от камеры. Поэтому либо на закрытии 27-го сделаю что-нибудь, либо в течение самого фестиваля я уже подберу какое-нибудь место, если получится.